Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Сегодня, друзья мои, что у нас? Суббота. Завтра воскресенье, и уже не за горами понедельник. Мне нужно успеть попасть в Лигу Мастеров 3 звезды. В данный момент я нахожусь в Лиге Сёгунов 3 звездочки. Так что сегодня надо бустить как никогда. Иначе нам не видать с тобой награды. Естественно, платиновых осколков и тому подобное. Так что сегодня надо выложиться по полной. Вместо того, чтобы мне лечь в койку после работы и отдыхать, как говорится, потому что завтра опять рабочий день, мы будем с тобой пробиваться к вершине славы. Если не сегодня, то я уже действительно не успею. Так что, ребята, поднажмем. Откаты у нас есть, доллары есть. Если что, мы с тобой купим откаты. Да, только лишь для того, чтобы сегодня как можно дальше пройти. Фух, так, поехали дальше. Ну, блин, я думал, попадем с тобой в Лигу Мастеров. Хотя бы одна звездочка, нет, не тут-то было. Так, 16-22, отлично, очень хорошо, это мне подходит. Так, 66-е уровни, 66-е, ну тут есть 68-й левел, да, 67-й. И я думаю, что Армагоши это все будет по зубам. Я надеюсь, никого мы с собой не потеряем. Иначе будет очень обидно. Ну что, Армагоша, ты готов? Покажи свою ярость, свой зло, гнев, ненависть. Да ёк, Макарёков, ты серьезно? Так, он еще и на Кирби лезет, ты прикинь? Он еще и на Кирби полез, а? Шитик ты этакий. Так, правильно, дебаф. Опа, это что у нас такое? А, ну конечно же, мы же с тобой изучали. Давай, Макмен. Тун-тун-тун. Красавчик. Мне нравится, как он завершает битву. Ты видел? У него же дырка в теле. Он через нее показывает, типа, все окей. Нормально придумано. Ну, вот мы с тобой и в Лиге Мастеров. 96-я позиция. Так, смотрим. Дадите мне 16-23. Нет, это слишком рано для меня, да? Скажу, ты пока еще здесь отыграй чуть-чуть. А потом, может быть, мы тебе дадим. Ладно, я возьму Зека вместе с Усаги. И с ними пойдет у нас вот эта вот троечка. Слушай, а по заданиям мы с тобой все прошли? Нет, не все. Нет, не все, потому что мы испытание на Сплинтера не проходили. Да, друзья мои, я хотел, помните, да, говорил, что, может быть, вечером поиграем. Но не получилось только лишь из-за того, что я заигрался в одну игру. На втором канале она скоро выйдет. Там вообще-то две игры, но одна из них вообще прикольная. Кому интересно, заходите, смотрите. А вторая так себе, легенькая, простенькая. И чем-то она мне напомнила Castle Grow. Не знаю почему, но вот зайдете, посмотрите и сами все оцените. Так, бомбим. Да что ты будешь делать? Да ну ты хорош. Завязывай тут уже меня, как говорится, на понт брать. Ну, как ты понимаешь, у нас идеальная победа, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, с 96-го места мы прыгаем на 86-й, то есть 10 ступенек пролетаем. И это, кстати, очень круто. 10 ступенек, это вообще шикарно. Дадут мне 23. Например, там 16-23. Не хотят. Ладно, я возьму Леонардо, возьму Рафаэля. Леонардо, Рафаэля. И, в принципе, можно взять вот этих. Я надеюсь, что с ними ничего не случится. Леонардо, естественно, слабее того же самого Армагона или Супер Шреддера. Но кого-нибудь он все равно должен прихватить с собой. Кого-нибудь. Двоих прихватил в легкую. Поэтому, слушай, давай-ка я, наверное, вот так сделаю все-таки. Пускай Раф разбирается с этим делом, да? Ему под силу. Так, этот снимает со всех негатив. А вот это вот, а вот это зря сейчас. Тихо, ребята, если мы сейчас не уничтожим Рокстеди, знаешь, что он сделает? Ой-ой-ой-ой-ой. Он сейчас, ребята, применит, скорее всего, массовую атаку. Свой огнемет. Нет-нет-нет-нет-нет. Ну, пожалуйста, ну кто-нибудь добейте его. Господи, ну. Фух. Красавчик, а. Блин, ребята, я думал, что он же мог, он вполне мог достать свой огнемет и сделать массовую атаку, тогда бы всех поджарил.
Но Кейси Джонс все-таки нас выручил очень сильно. Так, ну что, 75-я позиция. Шикарненько. Так, сейчас посмотрим, что нам здесь дадут. 16-22 по всем фронтам. Я, наверное, возьму Супер Шреддера и... Баксер, не лезь. Супер Шреддера, с кем он у меня будет? Ну, давай, например, сделаем вот так вот. С нейтрализатором. Хотя, зачем он нужен? Здесь вроде бы команда такая, что и они и сами мне справятся. Давай-ка мы его уберем. И поставим лучше Донателло. 53 уровень у моих бойцов. Слабенький, да? Но я думаю, что не справится. Конечно же, большая надежда на Супер Шреддера. Ох ты, красавчик. Постепенку, правда, не на всех повесил. Ну-ка, добьет Рафаэль или нет? Упс, а этот сейчас будет хилять. Этот, друзья мои, будет хилять Донателло. Естественно, он такой шанс не упустит. Кому-то сейчас будет больно. Твою налево. Вот что мы теперь с собой сделаем? Ух, ё. Так, мне совсем это не нравится, блин. Супер Шреддер, что ты сможешь сделать? Я не знаю, что он сможет сделать. По-моему, ничего. Если я даже холодильник этот брошу, мне не поможет это никак. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Мне тут никак, ребят, не выкрутится. Просто не выкрутится. Ладно, уничтожим с тобой Донателло. Хил у нас есть. Да какой у нас тут хил? Попробуем так пробить. Оу. Ну все, ребята. На свой страх и риск я пошел с одним Шреддером. И совсем забыл, что у нас здесь Сплинтер, который, естественно, дает сдачи. Только лишь поэтому мы и проиграли. Угу. Но, если честно, не только поэтому. А еще потому, что я не взял подстраховку. Но я, если честно, думал, что мы справимся. Думал, Донателло погибнет от постепенного урона, который не повесил Супер Шреддер. Вот тебе и наказание. За какую-то маленькую ошибочку. Так, ладно, друзья, мы не будем горевать. По-прежнему постараемся с тобой прорваться как можно дальше. 67 уровни здесь. Я опять же буду рисковать. Опять же, я ставлю только одного Супер Шреддера. И, наверное, зря я это делаю, все. Очень зря. Ну, я экономлю. Так, в принципе, неплохо. Очень. Так, слэш, тихо. Ту-ду. Оу, щет. Щет. Ну как же так, ребят? Ну. Я же хотел сделать суперудар. Да какая провокация. Ой, друзья, друзья, друзья. Вот это я лопухнулся. Ну, я бы ни за что не подумал, что слэш вырубит вот так вот с одной плюшки. Какого, кстати, он уровня был? Давайте посмотрим. Трындец. Я даже не успел посмотреть. Ладно, 58-я позиция. Слушай, может, хватит уже дурковать? Давай-ка серьезно уже подходить к этому делу. Иначе мы тут с тобой зависнем очень-очень надолго. Так, боксер, отвали. Возьмем с тобой Ванюшу. И... Раз, два, три. Лига мастеров, одна звезда. Мне бы хотя бы до трех дойти, а уже там будет немножко попроще. Завтра мы еще с тобой серию запилякаем. Я думаю, зайдем в топчик. Сделаем все наши дела. Ну вот здесь вот Шреддер, конечно, по красоте. Как только я взял какого-то подстраховочного, да, героя. Это Ванька, да. И сразу же у нас Супер Шреддер стал играть идеально. Ах, маленький говнюк, конечно, он. Маленький говнюк. Потому что он без этого никак, да, без Ваньки не мог играть. Обязательно нужно было ему кого-то дать в напарники. Неженка-то наш. Ладно, хорошо, раз, два, три. Самое обидное, что здесь уже 71 уровень. Мы очень сильно рискуем. Я же хотел отыграть всех своих слабых персонажей. Как это сделать? Ума не, пока не приложу. Вообще замечательно. Просто замечательно бьет. Ребят, как только я беру действительно второго подстраховочного персонажа, Супер Шреддер сразу всех убивает и на всех вешает постепенный урон. Ну как это объяснить, а? Совпадение? Навряд ли. Даже не знаю, ребят. Нет у меня нет у меня формулировки, как это все можно объяснить. Ладно, пускай Бакстер стоит. Раз, два, три.
Так, у нас с тобой сколько там откатов? Тридцаточка есть, да? На 15 поединков. Да, в принципе, этого достаточно. А нам будет. Ну вот смотри, что он творит, а. Действительно, вырубает всех. А кого не добивает, на тех вешает постепенный урон. Круто. Итак, 31-я. С 39-й на 31-ю всего 8 ступенек. Почему так мало? Давай, давай, завязывайте. Давайте мне нормального чего-то. Чего вы даете мне здесь? Фуфло всякое. 16-22. Я уже, по-моему, 16-23 заслужил. Как пить дать? Они мне все 16-22 впаривают, а? Ты посмотри. Не хоть... А, вот. Все-таки я получил, ребят, 17-23. Да, у нас в кармане. Раз, два, три. Че делаю, не понимаю. Зачем я беру такую команду себе? Хотел же отыграть слабых. Ладно, поехали. Тут самостоятельная команда. Крис Брэдфорд мы видим прекрасно. Так, проникающий. Все. Нафига я набрал их, я не понимаю. Надо было брать просто Шреддера, например, да? Армагона, как мы обычно делаем с тобой. И троих в довесок. Любых причем. Нет, начинаем выкаблучиваться. Так, 17-23. Так, ну что, берем Армагона, берем Супер Шреддера. И вот теперь без выпендрежа берем вот этих вот троих персонажей. Откатов у нас с тобой 30. То есть 15 поединков. Ну, здесь даже и думать нечего. Супер Шреддер делает клинки. А наш любимый Армагоша, естественно, всех добивает валуном. Все. И вот еще раз, ребята, вам хочу сказать. Кто говорит: Рэй, почему ты не дерешься на равных по уровню, да? Или еще там что-то. Я повторяю, ребята, если я возьму противника одинакового уровня со мной, ну, например, там 20 или 30, меня ушатают. Объясняю почему, ребята. У них персонажи уже заведомо прокачаны полностью. Все скиллы и все навыки. Понимаешь? А у меня, ты сам понимаешь, они дрищи и ничего в них нету прокачанного. Поэтому мы будем таких отхватывать везделей, что мама не горюй. Поэтому мне приходится брать на 10, даже иногда на 20 уровней круче нашего противника. И только в этом случае мы можем с тобой победить. И то не всегда. Вот что хочу тебе подчеркнуть. Не всегда, ребята, удача нам улыбается. Так, боксер, отдохни. Вот, но когда она нам улыбается, сразу же все у нас хорошо выходит. И да, мы с тобой в Лиге Мастеров 2 звездочки. И я хочу попытаться, ребят, дойти до 3. Это будет сложно, это будет сложно. Никто не говорит, что будет все легко. Но мы с тобой такие пути не ищем, да? Нам, как говорится, давай посложнее. Мы, наверное, с тобой отыграем вот всех персонажей и на этом закончим. Сходим, наверное, сегодня на события. Бог с ним, с этим фармом. Хотя почему? Фарм нам нужен. Ладно, мы определимся, что мы с тобой будем делать. Мы начали как-то с тобой очень рьяно, да? Сразу пошли на арену. Я даже ежедневки не успел сделать. Я про них и забыл, если честно. Ну, потому что на ажиотаже времени мало. Мне нужно как можно быстрее все это сделать. А то я забуду. Спать ужасно хочу, ребята. Целую смену отпахал. 12 часов, ты можешь представлять? 12 часов отработать. Не просидеть где-то там в офисном кресле, а действительно отработать. Ой, спать хочется, и есть хочется. Да. Но надо делать, ребята, наши дела. Платиновые осколки мне, как говорится, никто не подарит и на блюдечке их не принесет. Тыч. Вот так вот. Замечательно. Идеальная победа, что меня всегда радует. Так, с 91 позиции давай мне 10 ступенек мы с тобой пролетаем. Это хороший, ребят, показатель. 10 ступенек — это всегда круто. Так, Армагона берем. И... Да у нас, в принципе, персонажей не так уж и много. Ну, по 3, конечно, если мы с тобой будем тратить
Нам намного хватит, да, здесь? Боюсь, наверное, еще где-то 6-7, это точно. Тыдыч. Так, валунчиком. Немножечко их. Ага. По красоте. Ну что, идеальная победа, как ты видишь. И мы с тобой двигаемся дальше. Посмотрим, сколько ступенек на этот раз. 71 или... Ага. Вот тебе на. Друзья, здесь нам дали всего лишь 2, ой, 2. 9, 9 ступенек. Обычно 10, но тут они решили мне дать 9. В чем я провинился, не знаю. Вроде бы все идеально прошли, никого не потеряли, но зажали одну ступеньку. Так, постепенный урон на всех висит. Постепенный урон. И Армагон, естественно, бросает свой валун. Тут можно было бы, конечно, подраться, например, нашими 70-ми и 80-ми уровнями персонажами. Но это так долго, и опять же, может, могут быть потери. А они мне как бы не нужны, я уже и так два раза сфейлился. Так что больше как бы неохота. Так, ну что, берем. Берем. И раз, два, три. Вот. Ну что, кто у нас будет прокачиваться в платиновый ранг? Ребята, вы, наверное, забыли, да, про это голосование? Надо нам... Я не знаю. Я уже 100 лет собираюсь открыть канал на Дискорде, да? И все время забываю. Точнее, я вспоминаю, а потом думаю, а как его создать? Что там нужно сделать? Я же фиг его знает. Я же не шарю в этом Дискорде, поэтому... Как его настраивать, даже не знаю. Хотя в один прекрасный день меня один из моих подписчиков научил, показывал. Но я уже, ребят, забыл, когда это было. Это было давно. Да, мы с ним общались на канале, Дискорд. Все было отлично, прикольно. Так, ну что у нас здесь? Ага. Так, давай-ка шипы. Был бы канал Дискорд, там можно было бы, ребята, голосовать спокойненько, да, с полтыка. Тыдыч, вырубили. А так пишите, это, знаешь, как тяжело очень искать, кто за кого голосует. Все голоса не подсчитаешь. Надо какую-то, я не знаю, шкалу, график, что-то в этом роде придумывать. Или в ВК. Так, ну что, мы с тобой добрались до 17-24. То есть это максимальная, ребят, награда, которую можно получить покупкам. Именно 17-24. И персонажей у нас с тобой... Ой-ой-ой, как мало. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть, получается, еще 3 поединка мы с тобой сыграем. Окей. А 3 поединков нам, наверное, не хватит, чтобы мы перебрались с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды. Да? Не хватит же. Сейчас посмотрим, сколько нам тут с тобой осталось. И уже сделаем определенный какой-то подсчет, расчет. 43-я позиция. Да, боюсь, не хватит, ребята. Это нужно 3 поединка. И чтобы как минимум давали нам 10 баллов. 10 кубков. Только при таком раскладе мы с тобой можем разрулить все. Если будут давать меньше там, то не перейдем. Но все равно, ребята, это неплохой показатель. Завтра мы уже точно определимся. Завтра у нас что будет? Воскресенье, да? Да, мы с тобой определимся уже конкретненько. Как, чего и что нам лучше сделать. Да что такое? Опять Дони захилял? Да ну... Хары, ребята, вы что делаете-то? Так, давай-ка мы залечимся, наверное. Так, Донни делает броню. А если вот так вот я? Это, конечно, фигня полная. Окей. Так, а если мы из базуки? Тоже, ребят, не особо хорошо помогает это нам. Вот кого тут бомбить, а? Как бы и Донателло вроде бы надо, да? Ну-ка.
Армагон, давай, короче, свой валун. Ой, тё-тё-тё-тё. Вырубили все-таки, ребят. Да выпендрился. Знаешь, почему он выпендрился? Потому что я пока с вами разговаривал, я забыл, что Армагон должен был сделать валун, а не обычный свой укус. Вот и все. Вот и здесь я сфейлился, ребят, на этом. А я хотел, чтобы мы с тобой прошли, да? Угу. Пройдем. Аж 20 раз. Придется тратить откаты ради такого дела. Ну, обделался, как говорится, по полной программе. 28. Ай, 28-я позиция. Да. Обделался по полной программе. И сразу стали давать 17-20. А, вот, дали все-таки 17-24. Ладно, сейчас мы этих отыграем. Раз, два, три. Блин, а так было замечательно. Так было бы хорошо все. Жадность моя, жадность и забывчивость. Так, что у нас тут? Вроде бы все хорошо. Армагон должен был валуном бомбануть, а я заговорился и просто сделал удар. Вот так вот. Ну-ка, глядим. И какая позиция? 18-е, да? То есть два поединка. Нет, давайте мне 17-24. Хорош уже это. Халтуру-то гнать. Ты посмотри, а. Вот прям выклянчить приходится, понимаешь? Тисками из них выковыривать это все. Так, ладно, раз, два. И возьмем, наверное, с тобой, ну, просто зэка. Уже за компанию. Даже если мы с тобой перелетим 10 ступенек, у нас все равно будет 8-я позиция. Тебя это устраивает? Меня нет. Я предпочитаю, наверное, взять и потратить откаты. Но, как говорится, занять Лигу мастеров. Так, подожди, вот зря. Фу. А ведь он мог бы и по сплинтеру звездануть на самом-то деле. Но решил по супершредеру. Так, ну что, 8-я позиция? Или 9-я? 9-я. Так, ну что, заключительный поединок. 9 откатов. Мы с тобой потратим 5. Тут, в принципе, уже дальше без разницы, кого ты берешь. Главное, что у тебя есть супершредер. Ну и, естественно, Армагон. Все, большего здесь от нас ничего не надо. Так, Усаги делает свою вертушечку. Постепеночку повесил, красавчик. Так, ну и Супер Шреддер добивает. И, в принципе, на сегодня мы арену прошли. Естественно, место, конечно, у нас хиленькое. С него нас очень быстро и легко, как говорится, скинут. 98-я позиция. В Лиге Мастеров 3 звезды. Да. Ну что, открываем с тобой бесплатно пак. Здесь нам достается, кто там? А, Леонардо. Леонардо, да? Так, ладушки. Здесь пройти серию испытаний. Давай-ка быстренько пробежимся по серии испытаний. Раз, два, три, четыре, пять. Это буквально секундочки у нас отнимет времени. Здесь все это забомбим. Поехали. Нейтрализатора. Шипы. Готовы. Так, переходим с тобой на последнюю, вторую волну. И смотрим, что у нас здесь. Угу. А если я валуном? Так, муха и острозуб, да? Выжили. Но этого мы вырубаем, я так понимаю. И муху, в принципе, тоже. По красоте. Так, со спокойной душой двигаемся с тобой дальше. Так, собрать. Задание забрать. Ну что, поднять уровень персонажа и вот сразиться в боях. Пойдем, сразимся в боях. Мы прокачиваем с тобой до сих пор еще нейтрализатора. Очень долго что-то как-то он у нас качается. Потому что вот этих вот у нас нету. Мы не можем с тобой этих очков найти. Ага, нашли. Ну их там дофигища нужно, да? Опять нашли.
что же это такое? Так, 115 мутагена. Ну, мутаген нам нужен. Опа, еще. Слушай, подожди-ка, может быть, я лучше не буду ничего говорить, потому что как только я ляпну, у нас все идет наперекосяк. Сколько вообще мне нужно-то еще этих очков? Три. Еще три штуки. Уже две. Угу. Последний. Все, друзья. Так, и комиксы. 14 штук. Комикс-чувак называется, да? Опять тыква началась у нас тут. Опять тыква. И еще тыковка. Все, сглазил, короче, я свою удачу. Пошли тыквы или просто мутаген. Нет, выпал комикс. И пошла тыква. На один комикс 10 тыкв. Хорош, короче, мы сейчас с тобой все тут протранжирим. Сколько нам не хватает? Не успел посмотреть, блин. Так, поднять уровень персонажа и сразиться. Ага, я в сложных боях, не во всех, понятно. Не во всех сложных боях подрался. То есть, два из трех. Так, нейтрализатор, что там тебе надо? Комикс? Ага, шиш тебе, не комикс. Так. В магазине, давай посмотрим. Нет, 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 предметы. Тут все по максималке. По максималке. Так, 47 жетонов. Этого мало. На супер шредера, на обычного шредера нам нужно с тобой 100 монет. Ну и с жетонами тоже пока все очень-очень плохо. Так, ну что, испытания, ребята. Проходить Усаги или не проходить, а? Так у нас Усаги, а почему я взял, что... С чего я взял, что у нас Сплинтер, а не... Ой, заигрался, ребят, заигрался. Ну, по-моему, на Усаги ничего нет хорошего. Давай-ка мы попробуем с тобой здесь. Сразу 70-й уровень. О, нет, 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 нет. Завалят нас тут. А здесь мы с тобой ничего фармить не будем. Ну что, рискнем? Так, жетоны. Радарные маяки. Да ну, Микеланджело. Шинигами. Так, золотые осколки. Камень-талик и... Да чтоб тебя. Да ну хорош. Последняя попытка. Нет, ребята, не свезло. Не получил я, к сожалению, наши кунаичи. Но не забывай, что есть еще один денек у нас в запасе. Так, сразиться, я до сих пор еще не сразился в сложных боях. Вы что, серьезно, что ли? Быть такого не может. В сложных боях. Так, сделали мы с тобой задание или нет? Сделали. Так, забираем, поднимаем теперь уровень персонажа. А уровень персонажа у нас получит сегодня кто? Острозуб, ребята. Раз. Ничего себе, у меня мутагена там накопилось. Откуда столько? Прикинь, до 61 уровня мы его прокачали. Ништяк. Так, ну что, друзья мои, мы на этом будем закругляться. Кстати, пиши в комментариях, будем мы все-таки с тобой проходить Усаги или же нет. Потому что, ну, здесь нас порвут. Но Усаги можно было бы, конечно, поиграть. Это испытание мы с тобой трогать не будем. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.